выбраться из этого проклятого леса. Слышишь, крысёныш, а? Покажи мне, как я тебя отпущу. Иногда я слышу ее голос. Она зовет меня к себе. Просит вернуться домой. Где выход? Где? Покажи мне, где. Я прихлопну тебя, как муху, если так будет нужно. По крайней мере, у нас есть фонарик. Какого черта это было? Света нет. Он топливо так, видимо, не нашел, да? Черт, оно не выключается. Я знаю, кто это. Лучше б не знал. Генератор, но топлива в нем нет. Что это за звуки? Кто-то дверь открыл там или закрыл. Ну нахер. Подожди. Палка, ножка стола. Да, вместо лопаты как оружие использовать. Так, хорошо. Давайте нальем топливо. Да будет свет. Какого хрена? Вместо глаз у фигуры два регулятора. Из широко открытого, но неподвижного рта раздается искаженный голос, еле слышимый сквозь шипение радио. Доктор, да вы? Да вы псих, доктор. Шприц? Шприц какой-то. 4892. 4892. Это ты к чему? 4892. Баррикада слишком прочная, разобрать не получится. Может, у меня получится? Ага, нет, сломать дверь у нас не получится. Так, 4892, да? Кто это? Прошу, выпустите меня. Черт, дверь не открывается. Давай, 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 давай. А, черт. Помоги мне. Ух, ух, ух.
Ах ты. Пошел вот. На, получи. Не подходи ко мне, ты псих. Ты кто такой? Ты же... Ты не доктор. Мертвый мужчина. Пластиковый цыпленок, what the fuck? Мужчина. Какого хрена здесь происходит? Хе-хе-хе-хе-ха-ха. И как ты собираешься отсюда выбраться? Думаешь, что справишься сам? Слышишь? Твою мать. Толстые деревянные сваи шатко поддерживают мокрую землю и спутанные корни. Конструкция, кажется, вот-вот рухнет. Показалось, наверное, да? Показалось явно. Здесь явно кто-то есть. Труп. Но у главного героя нет слов на этот счет, как бы. Странное мясо. Я, пожалуй, пойду. Знаю, что это за хрень, но она резонирует. Грибочки. Ну, Алёша, может, не надо туда идти? Надо, Серега, надо. Все будет нормально. Все будет хорошо. Факел погас, отлично. Но у нас есть второй. Я говорил, что одного будет мало. Я готов к такой неожиданности. Заперто. Это единственный выход. Без ключа у меня не получится его открыть. Это та самая дверь. Номер 21. Помните, на ключе именно та же цифра. Осмотрите ручку. Люк покрыт толстым слоем пыли. Никто не открывал его как минимум пару недель. Сквозь оглушающий шум ветра слышится тихий голос. Он кажется мне знакомым. Голос доносится будто из замочной скважины. Кто-то зовет меня. Посмотреть замочную скважину. Нужно возвращаться. Оу. А это что за херня? Сейчас это... дело дрянь, да? Дело явно дрянь. Гайс. Мне кажется... Ни хрена, тут завал какой-то. Что там за херня? Твою мать! Валим! Узнать не хочу, что там за хрень. А новые приколы завезли, похоже. Это что было такое? Я даже знать не хочу, что это было. Т
Твою мать. Какого хера? О, закрой дверь. Охереть. Я лучше буду со светом в следующий раз. Оторвали светом под лампочки. Так, поставим куда-нибудь сюда ее, что ли. Да будет свет. Хорошо. Так, табуретку, наверное, я к входной двери поставлю. Я что-то побоюсь. Мало ли кто придет. В первую ночь реально жутко было как-то. Тихо в лесу. Только не спит Алексей. Тихо в лесу. Ну кто там? Нет дома никого. Какого хера? Нет дома никого. Я сейчас кого-нибудь грохну. Кто там? Ну кто тут балуется? Приглашение на праздник. На южной части поляны за кукурузным полем. Серега, ты накаркал. К нам привидения идут. Они даже факел тушат. Что-то притаилось в тени. Наверное, нужно держаться поближе к свету. Не сметь вырубать. Не сметь. Твою дивизию. Включись. О, твою мать. Ясно. Охренеть. Пошли. О, отлично, вообще факел не работает в таком дерьме. Вторая доза оказалась довольно сильной. О-о-о. Где это я? Подожди, я понял, где я нахожусь. Мы находимся в подземелье. В том самом подземелье. Блестящий камень. Блестящий камень. Та самая дверь, которую мы не можем открыть. Прислонить ухо к замочной скважине. Сквозь оглушающий шум ветра слышится тихий голос. Он кажется мне знакомым. Голос доносится будто из замочной скважины. Кто-то зовет меня. Что это такое? Я не могу понять, что это. Там что, обезьяна? Иди. Иди ко мне. Ну нахер. Дверь открыта, серьезно? Иди сюда. К тебе идти, парень. Или кто ты вообще, без понятия?
херовая идея, помните мое слово. What the hell? Карусель, карусель. Нифига. Ну, даже меня двигает. Куда ведут эти блестяшки? А, но все-таки мы можем ходить по трупам. Какого черта? Что происходит? Этих камней. Так, я, наверное, предположу, что мне понадобится место в инвентаре, поэтому я выкину эти камни к чертям, потому что если что-то действительно мне нужно будет, лучше чтобы место в инвентаре было. Маркел, он шевелится, я тоже заметил это. Кровать? Карусель? Какая-то лампа, то ли на столе, то ли где. А теперь еще и кровать. Приколисты. Но это хорошо. Потому что мы эти локации уже наизусть знаем. Хотелось бы что-то... Подожди, это еще один выход. Но у нас правильный или неправильный, кто его знает, путь по цветочкам есть. Цветочки куда-то ведут. Или это не то место, это не тот лабиринт, который я думал. Это совершенно другое место. И знаете, мне кажется, они вернули локацию. Это что, огромный трактор? Ага. Видимо, он для вспахивания земли. Но это не трактор, это как бы... Круч. Круч, трактор. Что это за место? Свадьба? Я нахожусь здесь. Свадьба? What? Так вот, почему-то цветы были разбросаны. Здесь была свадьба, видимо. Злая собака охраняет это место. А если я ее грохну, никто не обидится. Как бы тут наверняка есть хозяева. Эй, хозяева! Правда, дом какой-то заброшенный. Мне кажется, эта собака давно уже с голоду померла бы. Кто ее кормит? Тихо. Thank you.
горит свеча. Лежит еда, явно кто-то здесь недавно был. У меня просто доска с гвоздями вот-вот сломается, я вот и думаю, хорошая ли идея подходить к ней? Какого черта? Извините, я загляну попозже. Я, пожалуй, зайду попозже. Не, ну, блин, не... Слишком интересно, нет. Нет, 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 нет. Женщина. Женщина, кто? Женщина. Что-то мне не нравится это место. Ну, отдохнули здесь, допустим, хорошо, да? Вот праздновали, видимо, недавно. Дома явно кто-то есть. То ли он дрова рубит, то ли что, я не знаю, но... Ну, ладно, давай заглянем. В принципе, почему бы нет? Невеста меня же не пришибет, она же не привидение. Хотя на всякий случай я бы как-то подготовился, столами забаррикадировался бы. Ладно, бог с ними. Кот. Погоди-ка. Какой у нас код был в записке? Хотя код явно был не к этому. Напомните код? Хотя подожди. Пять, пять, девять, два. Пять, пять. Но это не от этого места, явно. Девять, два. Получилось? Серьезно? Это было приглашение на свадьбу ночную? Зря я не захватил фонарик. Это свинья? Это свинья. Блин, мне нужно факел сделать. Досок не хватает. Так, ну за столом вроде ничего нет. Кушай, кушай, свинка, кушай. О! Блин, ночь начинается, темнеет. Так, знаете что, я загляну, наверное, сюда попозже, потому что оставаться на ночь здесь — это очень тупая идея. Госпожа невеста, я надеюсь, вы останетесь здесь до завтра. Я приду. Давай, 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 давай. Ой, я дверь не закрыл, идиот. А если кто войдет? Закрой дверь. Нахер? Вот этот новый прикол меня не радует совершенно. Какого хрена ко мне ночью приходили? Кстати, Вова, ты же пропустил, и некоторые зрители тоже. Ко мне ночью стучали в дверь. Я открыл дверь, нашел записку. На полу. В записке было... Приглашение. Приглашаем на праздник на южной части поляны за кукурузным полем. И код 5592. Код подошел к двери.
тут танцует невеста. У невесты явно что-то с платьем случилось. Что с невестой? Плевать. О, что-то я как-то пропустил шкафчик один. Свинью я трогать не буду, пожалуй. Мы можем ее грохнуть, в принципе, но... Наш герой, повторюсь, не страдает голодом. Поэтому смысл... Подожди, там что-то было? Что-то было. Забор построить можно, в смысле? Заржавевший трактор, поросший тонкими корешками. What the fuck? Парень, с тобой все хорошо? Мы ждали тебя. В смысле? Ну да, я знаю, вы прислали мне приглашение, но какого черта? Ты что долбишься-то головой об стол? Ты как вообще? С тобой все в порядке, не? Херня, почему стемнел так? Чего-то мне не нравится это дерьмо. Что-то мне кажется, под этим столом какая-то херня лежит. Понятно. Ладно, вы... Черт, факел. Вы стоите здесь, только никуда не уходите. Фонарик, отлично. Зашел кому-то в дом, двигаю мебель. Какого черта? Потанцуй со мной. Потанцуй. Потанцуешь? Нет, не потанцую. Какого хрена? Кажется, здесь ничего нет. Я, конечно, могу отлупасть этих танцующих невест. Смысл? Я, пожалуй, пойду. Какого хрена? Факел, достань факел. Нет, только не этот звук. Твою мать. Мы ждали тебя. Чоппер. Твою дивизию. Какого хера? Это же... Ты посмотри, это где-то невеста. О! Да ты... Я не могу даже ударить.